Необычная выставка открылась в Витебске. В Центре народного творчества впервые представлены белорусские батлейки. Искусство национального кукольного театра берет свое начало в 16 веке, но уже к 20-му теряет свою популярность. Потому сегодня народные мастера вместе с детьми возрождают традиции, создают кукол и передвижные шатры, а вместе с ними и новые постановки. Оживать эти батлейки будут в течение месяца несколько раз. В день открытия, к примеру, свою батлейку с оттенком современности продемонстрировали лиознинцы. Добрый день вам всем, панове! Дякую вам на добром слове! Сколько ж гостей тут сидит! Мы соединили несколько ипостасей, то есть мы так пофантазировали, увеличили батлейку, два яруса, и у нас играют актеры, люди-актеры. И мы взяли, соединили лялечным понятием а-ля типа фантазия на тему батлейки. Зимняя сказка, так называется выставка, продлится до 20 января. За это время здесь покажут 7 спектаклей, 3 из них на традиционную тематику, связанную с рождественскими праздниками.